Привет, мои хорошие! Добро пожаловать в мое новое мотивационное видео. Я очень рада вас приветствовать вновь. Сегодня я вам хочу рассказать про быструю уборку, про то, как не тратить много времени на дела по дому, чтобы не уставать, чтобы не выгорать от домашних дел и хлопот. Во-первых, наша задача – заставить время работать на нас. Вот смотрите, сейчас я сразу же загружаю стиральную машину, ставлю таймер на 2 часа и, поглядывая на время, буду всегда ориентироваться в пространстве, что мне еще нужно сделать, сколько уже времени потратила, соответственно, от этого я буду ускоряться или спокойненько выполнять дела. И пока у меня идет стирка, я уже начала развешивать белье, которое перед этим постиралось. Иногда, да, вот так вот нюхаю полотенце и пеленку Вивину, потому что бывает остается запах и приходится, допустим, ставить еще на режим полоскания. Но в этот раз все было хорошо, очень вкусно полотенце и пеленочка пахли порошочком. Вот поэтому я сняла все сухое белье, которое было на сушилке, подготовила место на ней для следующего чистого белья. И складываю неглаженное белье в такую одну стопочку. Потом, как вы знаете, я в предыдущем видео рассказывала, мне удобно махом потом все белье перегладить, которое неглаженное, а сзади вот лежит поглаженное. Ну и возвращаемся опять к первому правилу. Заставляем время работать на нас. У меня засорилась раковина, очень плохо смывается вода. Поэтому, так как я помню, что антизасор у меня будет работать 30 минут, для того, чтобы процессы работали у нас параллельно, я засыпаю порошок в слив раковины. Нужно залить буквально 200 мл прохладненькой водички. Оставляем на 30 минут, и тем временем там все волосы, какие-то загрязнения, они будут растворяться. У меня будет и белье стираться. И в раковине будут процессы происходить, хорошие очищения. Вот. И я тем временем буду что-либо делать по дому. Вот, прошло уже 20 минут. Показала вам таймер, остался у нас 1:40. Тем временем моя задача сейчас протереть пыль под кроватью. Показала вам, сколько там скопилось пыли, прям там были целые клочья, я не стала вам вблизи показывать, решила так быстренько показать. Убираю под кроватью, протираю пыль на изголовье кровати, протираю пыль на прикроватных тумбочках, все хорошенечко там очистила, все сверкает. И следующая моя задача — это разобрать вот этот отдел, который я организовала в шкафу для химии. А пока я вам расскажу о следующем правиле. Для меня лично следующее правило одно из самых важных. Знаете, многие люди любят выполнять какую-то рутину и ничего не слушать параллельно, не смотреть, просто быть сами с собой, наедине со своими мыслями, о чем-то думать, анализировать что-то в своей голове. Иногда мне тоже так нравится, но частенько я люблю слушать какие-то аудиокниги, аудиозаписи, какие-то лекции, может быть, просто музыку. В общем, во втором правиле я вам советую слушать или смотреть что-то интересное для вас. Может, вы захотите включить телевизор, может, включить музыку. Смотрите по своим интересам. И это обязательно сократит время уборки. Вы, скорее всего, даже не заметите, как быстро пролетит время. У меня в этом случае 2 часа пролетели настолько быстро, вообще, я даже не успела глазом моргнуть, как время пролетело. Оказывается, я раньше убиралась очень и очень долго, тратила на это много времени.
показала вам, мама подарила недавно мне Wow Clean. Это отбеливатель, как я поняла, пятновыводитель. Подходит там и для обуви, и для одежды, для всего-всего. Еще ни разу не пробовала, потом как-нибудь попробую, вам про него расскажу. Также показываю вам, что у меня три таких теннисных мячика. Это для стирки, курток я использую. И еще, оказывается, у меня есть пакетик антизасора. Вот видите, когда все в ящике было захламлено, друг на друге все валялось, я даже не знала, что у меня есть. Так оно обычно и бывает. Вот у меня тут слева лежат прокладки, пипедастеры, соль для ванны, антизасор, перчатки, губки, тряпки, мячики теннисные, пакеты для мусора, мои умывашки, запас. Вот расставила в три рядочка моющие средства разные, ватные диски, ватные палочки, две запасные зубные пасты, полотенце для лица и туалетная бумага. Третье правило – это убираться сверху вниз. Если, допустим, я убираю что-либо на полу, протираю пыль, не знаю, пылесошу, мою пол, и потом что-то мне захочется там протирать наверху, все это потом будет оседать на поверхностях ниже. Чтобы не выполнять одно и то же несколько раз, придерживайтесь третьего правила – уборка сверху вниз. Тем временем осталось 50 минут уже до конца уборки, время просто бежит. Сейчас хочу вам показать, недавно пришел мне заказ с Wildberries. У нас с мужем просто почему-то закончились трусы, носки, все поизносилось, и захотелось обновить. Вот вам показываю такие белые высокие носочки, три пары заказала, вот для мужа черные. Очень хорошее качество, понравилось, очень такие приятные, мягенькие. Что мне нравится, вот на пятке, видите, даже не видно пальцев, а у него такие были носки, что когда их натягиваешь, даже они просвечивали. Очень-очень тонкие. Тонкие, слишком тонкие. И еще себе заказала 12 пар белых носочков коротеньких. Универсальные, подойдут под любую одежду. Заказала еще трусики себе бесшовные. И мужу тоже заказала 4 разных цвета. Тем временем я пока ножничками отрезаю все вот эти этикетки, все бумажечки. И давайте расскажу вам четвертое правило. Оно для меня работает просто на ура. Вот я заметила, что когда я приезжаю к родителям в гости, у мамы там на раковине всегда лежит тряпка. И раковина всегда у нее блестит. Всегда блестит кран, вот этот смеситель. Сама раковина всегда сухая, чистая, без какого-то известкового налета, каких-то пятен, потеков. А у меня раковина очень быстро загрязняется. А сейчас, когда я тряпочку положила на бок раковины, вы, может быть, дальше даже увидите это, как у меня она висит на раковине. У меня раковина сейчас всегда блестит. Она всегда чистая, всегда сухая, без каких-то пылинок, ворсинок, ресничек, остатков зубной пасты, без какого-то налета. В общем, она всегда чистая. Еще тряпочка, кстати, у меня новенькая, микрофибровая. Вот. Поэтому в четвертом правиле советую вам сделать именно так. Держите рядом с какими-то местами, где вы замечаете, что вам что-то лень убрать, протереть, вот тряпочку. Загрузила все новенькое белье, носочки и трусики в корзину, потом это все постираю, чтобы это было свеженькое, чистенькое и можно было носить. Тем временем достаю чистое белье и развешиваю его. Пятое правило – это важность группировки однотипных предметов. Самое-самое главное, почему это относится к быстрой уборке. Да все просто, потому что, представьте, если у вас каждый бутылечек стоит вот так вот в ряд,
и еще и несколько рядов. Все это у вас составлено вот так. Представляете, как для вас будет тяжело морально и физически каждый этот бутылечек куда-то переносить, отставлять, протирать пыль под ним, на нем и так далее. И потом это все обратно складывать. Это просто ужас, потому что пыль садится вот буквально через день. Вот. А так вы корзиночку отодвинули, протерли все за ней, под ней, перед ней, и все, и поставили обратно. В общем, пятое правило такое. Шестое правило для меня звучит так, что старайтесь выполнять какие-то мелкие быстрые дела сразу. Вот, например, вы покушали, несложно же помыть одну тарелку, одну вилку, кружку и все, нежели потом вечером, когда у вас нет сил, перемывать гору посуды. Я тем временем выполняю такое мелкое дело, как протереть пыль за унитазом. Там у нас есть такая как бы приступочка, на ней стоит освежитель воздуха и вантус. Я как-то недавно обратила внимание, что она опять запылилась. И прям так сильно. Знаете, на самом деле это не удивительно, потому что ванная комната — это очень часто используемое помещение. Там всегда влажно, там всегда есть пыль тоже, соответственно, от полотенец, от всего. Дверь открывается, закрывается. Тем временем показала вам, что на таймере осталось буквально 9 минут. Вы представляете, прошел уже 1:50. Время просто пролетело. Я не заметила, как оно пролетело. Я быстренько просто помчалась к нашему оконнику. Такой оконный у нас кондиционер. Конечно же, мы мечтаем его сменить на нормальный кондиционер мощный. Но пока у нас стоит он. Вот, так как у нас в Краснодаре уже очень-очень тепло, думаю, что скоро придет жара, сейчас дождливые деньки пройдут, и я думаю, там уже начнется жара. У нас уже многие люди в футболочках, в топиках ходят. Вот, поэтому я так подумала, что скоро, наверное, мы им уже будем пользоваться, и чтобы дул чистый, хороший воздух, не грязный, не пыльный, нужно хотя бы вот так вот снаружи протереть его, что я и сделала. Но тем временем на таймере время вышло, к сожалению, я не уложилась ровно в 2 часа, буквально еще минут 20 мне понадобится, чтобы доделать оставшиеся 3 дела. Мне осталось протереть за дверьми пыль, там скопилась она, так как робот-пылесос там у меня не проезжает, а других пылесосов у меня нет. Мне нужно также протереть робот-пылесос сам и протереть плинтуса. Давайте быстренько сейчас эти дела с вами сделаем. Вот посмотрите, сколько пыли скопилось за дверьми. И пока я буду протирать, а вы будете в шоке от увиденного, давайте я вам пока расскажу заключительное 7-е правило, которое для меня оказалось новым и о котором я раньше не знала и даже не догадывалась. В общем, как сохранить полы и мусорное ведро в чистоте, ну и, соответственно, ящик, где у вас стоит мусорное ведро. В общем, правило на самом деле очень-очень простое. Оно звучит так: положите в мусорное ведро под пакет несколько бумажных полотенец. Это настолько просто. Вот у меня недавно была такая ситуация, когда я стала выбрасывать мусор, подняла вот этот пакет, и все как бы дно мусорного ведра было грязным, то ли от чайных пакетиков протекших, то ли еще от чего-то, не знаю. В общем, такое бывает частенько, поэтому если что-то протекает, оно задержится на бумажных полотенцах. Поэтому совет такой: положите на дно мусорного ведра бумажное полотенце.
Ну, а я сейчас прибираюсь на диване. Недавно у нас оставался на ночь папа, приезжал в Краснодар по своим делам. Пока вот так в одну стопочку складываю белье, одеяло и подушки. А дальше уже потом все это разберу, приберу по местам. Дальше протираю робот-пылесос, разбираю его, протираю влажной тряпочкой. Дальше пойду мыть детали, убирать волосы с вот этой щетки. Постоянно скапливаются они на ней, так как, соответственно, у меня длинные волосы. И обязательно нужно постоянно щетку очищать, чтобы робот не забивался и не сломался. Ну, мы с вами отмечаем последнее выполненное дело. Я безумно собой горжусь. Да, ты можешь больше, чем ты думаешь. Благодарю вас за просмотр. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Все, люблю вас. Пока-пока.